Добрый вечер, это «Енисей новости». Мы работаем в прямом эфире. И сейчас коротко о главных событиях к этой минуте. Вот все одеяла, которыми мы укрываем, смотрите, вот раз, два, три, и вот еще четвертое лежит. Тепла нет, и когда будет, неясно. Жители поселка Красный Маяк второй день замерзают в своих домах. И летом будет возможность людей крестить полным чином. Места выбраны, ждем хорошей погоды. В крае начали готовить крещенские купели. Учат официанты, кондукторы и таксисты. О чем они готовятся говорить на английском во время студенческих игр? Город таких животных, хищных птиц, любых там коршунов, сов, это все-таки такое место кормежки. Ее нашли раненой на стройке. В Красноярске ветеринары спасают длиннохвостую неясыть. Как не замерзнуть, когда на улице минус 15, а в квартире всего плюс 10. В поселке Красный Маяк, это в Канском районе, 66 семей остались без отопления. Из-за порыва на сетях отключены несколько десятков домов. Людям только и остается, что спасаться обогревателями и теплой одеждой. Но помогает ли это? Наш корреспондент Анастасия Мосина выехала на место. Ну серьезно, три одеяла, вот все одеяла, которые мы укрываем. Смотрите, вот раз, два, три, и вот еще четвертое лежит одеяло. Они не просто так лежат здесь. В квартире Алены Кокориной всего 10 градусов. Согреться не помогают ни зимняя одежда, ни постоянно работающий радиатор. Окна медленно, но верно покрываются льдом. Углы промерзают. Шаль выдали даже коту. Мы не можем согреться в квартире, не можем просушить обувь, потому что работает муж на железной дороге. Одежду ему нужно сушить, сушить негде. Приходишь домой, согреться негде, и уже начинаем, насморк начинается, болеть начинаем. У Зои Сметаниной такой же холод, с обогревателем, включать который надолго пенсионерка просто боится, в квартире 15-16 градусов. И в таких условиях жители Красного Маяка уже вторые сутки. Это еще было первые дни, хоть маленько, чуть-чуть, вон там батарея была. А сейчас вообще все ледяное. Первыми под отключение попали несколько двухэтажек. Выяснилось, на тепломагистрали, которая отапливает эти дома, порыв. Коммунальщики и рады бы его устранить, но только найти не могут. На ликвидацию аварии бросили все силы. Люди работают уже, как бы сказать, можно сказать, и не ложились. В 3 часа ночи мы закончили, сейчас опять со 7 утра начали. И будем продолжать до последнего. Страдают не только жильцы многоквартирных домов, но и целая улица частного сектора. Эти объекты отключили вынужденно, чтобы обнаружить порыв. К счастью, социально значимые объекты в тепле. Школа и детский сад работают в штатном режиме. Днем дети на занятиях, большинство взрослых на работе. Но возвращаться им придется в холодные квартиры. Пришлось даже открыть пункт обогрева на базе местного Дома культуры. В случае необходимости людей разместят здесь. В танцевальный зал ДК планируют привезти матрасы и спортивные маты. Люди смогут здесь спокойно переночевать, а в столовой, которая напротив, приготовить себе пищу. Сотрудники учреждения уже готовы встречать замерзающих односельчан. Ресурсники хоть и подстраховываются, но все же надеются, что для эвакуации не будет повода. Если порыв не найдут в скором времени, воду из батареи сольют, а в подъездах пострадавших домов установят тепловые пушки. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, «Енисей новости». И сейчас Анастасия Мосина находится на прямой связи со студией из Канска. Настя, добрый вечер. Здравствуйте, Анастасия. Слышите хорошо меня? Настя? Да-да-да, я вас слушаю. Скажите, как обстоят дела в Красном Маяке? Удалось ли к вечеру восстановить-то все-таки теплоснабжение? Бригады ТЭЦ, которые отапливают дома сегодня на протяжении всего дня, пытались найти аварийный участок, однако сделать им этого не удалось. Порыв до сих пор не устранили. Но по последним данным, несмотря на это, уже около 7 часов вечера ресурсники для того, чтобы дома не замерзли, запустили котлы и начали подачу тепла. Они надеются поддержать температурный режим в квартирах людей. Также стало известно, что из-за аварии без тепла оказались не только люди, но и производственные помещения племзавода «Красный Маяк». Это диспетчерский пункт и телятники. Там тоже пытаются как-то поддержать температуру. Не знаю, насколько это получается. Как же жители, люди пользовались вот как раз пунктами обогрева, о которых вы рассказывали в сюжете?
Пункты обогрева пока пустуют, часть людей разместились у родственников, другие не хотят покидать свои квартиры и оставлять без присмотра имущество. Они отказываются от эвакуации. От красномайковцев продолжают поступать звонки. Люди рассказывают, что в некоторых квартирах комнатные термометры показывают уже всего 8-9 градусов, несмотря на то, что котлы запустили, подачу тепла возобновили. Люди кутаются как могут, планируют ночевать со включенными обогревателями. Для того, чтобы снизить нагрузку на электрические сети, в поселке отключили уличное освещение. Какие перспективы-то? Что ожидаем в ближайшее время? По словам главы сельского совета, уже завтра утром начнутся вновь работы. Бригады выйдут и будут продолжать искать аварийный участок и попытаются устранить порыв. Настя, спасибо большое. Следите за ситуацией, держите обязательно нас в курсе. Ну вот, благо, что в Крещение хоть морозы не ударят. Кстати, к этому празднику в крае уже начали активно готовиться. Например, в поселке Элита Емельяновского района у местной церкви установили металлическую купель в виде креста. Теперь верующим, чтобы окунуться в освященную воду, не нужно будет идти к местному озеру. За оставшееся время внутри емкости смонтируют ступени, а снаружи сделают подъем и спуск. И использовать купель планируют не только в праздник, но и для обряда крещения. Раньше во время этого таинства здесь обходились простым обливанием. И самое главное, что он нужен будет нам не только в крещенский день, но и летом будет возможность людей крестить полным чином. Находиться она будет на улице возле храма. В саму же крещенскую ночь для жителей края на выбор будут работать 40 иорданий. Где-то сделают проруби на реках и озерах, где-то установят специальные купели. Во всех местах, где проведение этого обряда разрешено, будут дежурить спасатели, откроют пункты для обогрева. В Красноярске, кстати, определено 4 места, где верующие смогут окунуться. Это протока между Центральным парком и островом Посадный, иордань на острове отдыха у клуба «Креофил», а также в Солонцах. Купель будет и рядом с храмом Рождества Христова на улице Щерса. Наконец-то и до края добрался. Счастливые норильчане первыми в нашем регионе смогли увидеть огонь зимней универсиады. Его транспортировали в специальной колбе и на специальном же самолете с изображением Юлайки, талисмана зимних студенческих игр, доставили. Местные жители подготовились к такому событию, встретили делегацию в национальных костюмах и поприветствовали гостей на 5 языках. Пламя разместят в городском молодежном центре, где в течение 5 дней норильчане могут своими глазами увидеть символ студенческих игр и сфотографироваться с ним. Огонь у нас не гаснет, как вы видите, он прилетел на самолете. Он у нас всегда живой, начиная с Турина, он ездит с нами по всем городам. И вот этот живой огонь, который уже посетил 20 городов, 17 федерального этапа, 3 международного, приехал теперь в Норильск. Это старт регионального этапа эстафеты огня. Да, и это только начало пути огня универсиады по краю. Дальше он отправится еще по 12 городам региона. Следующая остановка – это Тура. Затем пламя доберется до Кодинска, Енисейска, Канска, Зеленогорска, Шушенского, Минусинска, Ачинска, Назарова, Железногорска и Дивногорска. А вот уже 1 марта, за день до начала универсиады, факел прибудет и к нам в Красноярск. И вот если огонь универсиады только начал свой путь по краю, то вот тестовые соревнования уже в самом разгаре. В горнолыжном кластере «Сопка» стартовали состязания по фристайлу и сноуборду для любителей экстрима. Сегодня спортсмены выясняли, кто сильнее в дисциплинах скикросс и слалом-гиганте. Среди тех, кто уже принимал участие в заездах или еще только готовится к ним, есть даже члены российской сборной, выступавшие на международных первенствах и Олимпийских играх. Так что для зрителей эти соревнования обещают быть по-настоящему зрелищными. В Красноярск приехали не только спортсмены, среди делегатов есть и представители Международной федерации студенческого спорта. Их задача же – оценить готовность объектов к универсиаде. Времени осталось только чуть-чуть, да, и все стремятся еще к лучшему. А я думаю, что до универсиады все люди, которые работают над этим хорошим проектом, все успевают. Мы уже это видим во время этих тестовых соревнований, что все надеются, что все будет на отлично, на пятерку.
Ну что, до универсиады действительно уже всего ничего. Полтора месяца съедутся гости и спортсмены из разных стран. Чтобы общаться с иностранцами, красноярцы самых разных профессий решили подтянуть свой английский. Активно тренируют навыки речи работники аэропорта, ЖД вокзала, официанты, таксисты и кондукторы в автобусах. Мария Антишева оценила уровень, вспомнила сама пару английских фраз и, конечно, выяснила, о чем же они собираются говорить с иностранцами. Hello. Good morning. Чуть-чуть стали. Спасибо, пожалуйста. Ага. Лучше будем, да? Конечно, английский язык. По-английски? Если надо будет, конечно, заговори. А какие фразы знаете на английском? Да пока никаких. Но узнаю. Но к нам заходят иностранцы, рассчитываемся, понимаем друг друга. Взять у пассажира деньги и отсчитать сдачу, в принципе, можно и молча. Но чтобы сделать пребывание гостей в Красноярске более комфортным, кондукторы готовы погрузиться в мир иностранного языка. Впереди у них еще полтора месяца, чтобы выучить самые расхожие фразы. Зубрят английский и те, кто самыми первыми будет встречать туристов из других стран. Take out all metal items at the table. Марина Локтионова встречает пассажиров 17 лет. За это время обучение проходило множество раз, но английскому языку впервые. С сентября 80 сотрудников аэропорта Красноярск занимаются им прямо на работе по часу в неделю, да еще и делают домашние задания. Весело очень, потому что мы каждый урок так играем, в игровой форме проводим занятия, играя пассажир, инспектор, потом меняемся по кругу. У меня сын находится, уже учится в 9 классе, поэтому ему было даже интересно. Иногда я у него могу что-то спросить. Это Красноярский ЖД вокзал. Раньше работа с интуристами здесь была организована так. Как только кассиры слышали иностранную речь, они говорили «one minute, please» и вызывали единственного сотрудника, который владел английским языком. Во время универсиады таких сотрудников тут станет 50. Hero, John, this is John Mason. Анастасия Буракова берет первый в жизни онлайн-урок английского. Школьная программа подзабыта, учить язык приходится чуть ли не с нуля. Но это только начало. К концу февраля она будет готова ответить на большинство вопросов, которые возникают у иностранных пассажиров железной дороги. Полсотни таких помощников будут дежурить на вокзале все дни универсиады. От аэропорта до Красноярска около 40 километров. Так звучит ответ на самый частый вопрос, который Денис Степанов слышит от иностранцев. В одном из таксопарков города всем водителям к зимним играм на рабочие планшеты установили электронные переводчики. Устройство ловит на слух речь и пассажира, и водителя, поочередно переводя первую на русский, вторую на английский. Современные технологии облегчили работу с иностранцами неимоверно. Я вспоминаю себя, когда начинали работать. Не было тогда ни онлайн-переводчиков, тогда там общались буквально уже чуть ли не на пальцах. Там, что это, и пытаешься объяснить, там, опять же, благодаря суровому переводу 90-х, там, когда на видеокассетах там перевод был не голосовой, а закадровый, там вот с памяти что-то отложилось. Там уже появлялись переводчики. А в ресторанах английскому обучают официантов. Они теперь должны не просто принять заказ, но и рассказать приезжим о городе, о достопримечательностях и о том, как до них добраться. А еще объяснить гостям все про блюда, в том числе и исконно русские. This is растягай, it's open pie with pike, mushrooms. И это еще не все. Обучение английскому прошли полицейские, а в скором времени языковой семинар проведут и для медиков. Мария Антюшева, Андрей Крупнов, Енисей. Новости. Красноярские ветеринары спасают сову, которую нашли на стройплощадке. А в Ермаковском районе инспекторы задержали браконьеров. Это Енисей новости, и мы продолжаем выпуск. Протерли до дыры асфальта красноярские горки. Потепление, пришедшее в наш город, сказалось на качестве городских ледяных спусков. Анастасия Тиль даже побоялась спускаться с горок, зато внимательно их осмотрела и уточнила, как же ухаживают за такими зимними комплексами и куда обращаться, если заметили дефекты. Раннее утро, а на главной горке Советского района ажиотаж. Правда, скатывается с нее детвора как будто по кочкам неровной дороги. Ледяной склон в сквере космонавтов пользуется популярностью. И за этот сезон его раскатали так сильно, что швы между блоками теперь не только видны, но и ощутимы. Юным красноярцам такие мини-трамплины только добавляют восторга, чего не скажешь о взрослых. Сделали хорошо вот в этом году, что льдом обделили, но состояние ужасное. Как бы сколы вообще, ну,
Сколы эти все проваливаются, это все на ямах, ухабы такие, просто голову прям трясет. Готово? Без таких покатушек не обходится ни одна зимняя прогулка. Вот только пускать детей на крошечные ледяные горки, сделанные специально для них, родители не решаются. Говорят, даже в лабиринтах появились ямы и рытвины. Он бы нос споткнулся и запросто нос бы разбил. Аншлаг и на елке в Солнечном, хотя и здесь состояние горки не на 5 баллов. Детвора разного возраста катается с ветерком и удовольствием каждый день с утра и до позднего вечера. Такой ажиотаж плюс постоянные перепады температур уже сказались на качестве ледяного спуска. В районной администрации говорят, городки проверяют регулярно и все недостатки стараются устранять сразу. Задача поставлена ежедневно контролировать безопасность ледовых городков. С подрядчиком, тот, кто делал ледовые городки, заключен договор еще и на содержание этого городка. То есть он отвечает за эти вещи. Контролируем мы вместе с ним. Если есть какие-то замечания, ему сразу идет телефонограмма, либо предписание, он приводит все в порядок. Этот ледовый городок УДК 1 мая вообще, можно сказать, многострадальный. Причем есть здесь и вина самих жителей. Например, несколько лет назад сказочную инсталляцию вообще разрушили вандалы. Ну и в начале года пришлось срочно приводить в порядок несколько разрушенных фигур. С момента открытия здесь уже трижды делали реконструкцию. Если горка просто раскаталась, то ледяные фигуры пришлось восстанавливать. Снесли головы двум фигурам, да, мы их устранили, подливали елку, было проседание свежее с теплыми осадками. Ну и также ребятишки баловались маленькие, там, да, фигуру откололи. И вот, ну, три факта у нас было, которые мы в оперативном режиме устранили. До конца зимнего сезона остается еще пара месяцев. И то, как долго детвора будет наслаждаться ледовыми творениями, зависит не только от погоды, но и от самих горожан. В любом случае, обо всех дефектах на горках и в городках нужно сообщать в районную администрацию. Там обещают принять меры. Анастасия Тилья, Алексей Овсянников, Енисей. Новости. И продолжим выпуск блоком коротких новостей. Говорят, что число заболевших гриппом ОРВИ снова выросло. Неужели эпидемия рядом? В Красноярске в микрорайоне Солнечный затопило дорогу, а несколько домов остались без холодной воды. Произошло это из-за коммунальной аварии на улице Ольхова. Сети повредил застройщик, он же самостоятельно и устранял порыв. В Красноярске растет число заболевших гриппом и ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей подхвативших вирус, стало больше почти на 17%. Однако о начале эпидемии речи не идет. В Роспотребнадзоре советуют соблюдать меры предосторожности и своевременно обращаться к врачу. В Красноярске построят 19 новых детских садов, и 8 из них сдадут уже в этом году. По 2 детсада появятся в жилых районах Белые Росы и Слобода Весны, и по одному в микрорайоне Покровский, Солонцы-2 и Бугач. Комплектовать учреждения начнут в начале 2020 года. А юных футболистов из клуба «Тотем» сняли полнометражный фильм. Кинокартина уже смонтирована и в ближайшее время выйдет в прокат. Это история красноярских ребят, которые выиграли чемпионат мира для детей из детских домов. В клубе говорят, ленты уже заинтересовались федеральные каналы, а также крупные кинопрокатчики. Чудом оказалась живая, вот теперь спасают всем миром. Красноярцы пытаются выходить дикую сову. Хищную птицу нашли в котловане на стройке, а ведь там работала тяжелая техника. Но все закончилось хорошо. Сейчас неясыть проходит курс лечения в одной из клиник. Диана Хатяшвили о том, какие шансы у пернатой пациентки и что с ней будет дальше. Дуду, какая красавица, красотка. Главное, чтоб летать начала. Свою подопечную Юля Сургутская видит впервые с тех пор, как привезла ее в больницу. Дуду, именно так назвали пернатую пациентку, поступила в тяжелом состоянии. Птица не вставала и даже крылья расправить не могла. Нашли неясыть на стройке несколько дней назад и спасли только чудом. Позвонил старший смены охраны. Ему принесли рабочий, который видели эту сову. Изначально она сидела на столбе, потом увидели ее уже в котловане, где собирался работать экскаватор. То есть по счастливой случайности она сейчас вот жива. Сейчас сова под постоянным присмотром ветеринаров. Ей ставят уколы и усиленно кормят. Чтобы восстановить нормальную температуру тела, включают полы с подогревом. Лечение и заботу уже принесли первые результаты. Дуду наконец встала на лапы. Было подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, потому что небольшие кровоизлияния глаз.
немного стряхивала головой, но сейчас, в принципе, рефлексы возвращаются, поэтому состояние стабильное. Когда поступила птица самостоятельно, она есть не могла, ветеринарам приходилось кормить ее с помощью пинцета. Сейчас в рационе у Дуду цыплята. В день она их съедает по 2-3 штуки. Предположительно, именно в поисках корма сова прилетела в город. Такое бывает часто. А вот находиться в неволе больше 2 недель, тем более на искусственном вскармливании хищным птицам, нежелательно. Потом, говорят специалисты, им будет тяжело охотиться. Город – это для таких животных, хищных птиц, любых там коршунов, сов. Это все-таки такое место кормежки. У нас все-таки есть какие-то грызуны, которые бегают по улицам и так далее. Те же птицы, голуби, воробьи, которых они могут очень легко поймать. Для них это место кормления. Ветеринары говорят, у Дуду все шансы восстановиться. На реабилитацию понадобится около недели и немалые средства. Пока птицу лечат в долг, как только она полностью окрепнет, ее отпустят на свободу. Диана Хатяшвили, Всеволод Никитин, Енисей. Новости. Не все животные попадают в хорошие руки. В природном парке Ергаки задержали браконьеров. Краснокнижную кабаргу и зайцев они не постеснялись добывать прямо на охраняемой территории. Причем в месте, куда зимой и при всем желании добраться крайне сложно. По следам нарушителей прошла и наша Ольга Максюшина. Она узнала, кто вышел на незаконную охоту. Вот он, капканчик. Незакрытый. Капканы еще с полсотни петель сотрудники парка обнаружили прямо на охраняемой территории. Из-за буреломов и каменных завалов идти по браконьерской тропе пришлось почти 3 суток. По глубокому снегу и отвесным скалам. Ну вот эта тропа, по которой шли браконьеры. Мы их откуда увидели, на машине обрезали и перехватили их на той стороне Уса. Зимой, когда выпадает более метра снега, охотникам не так-то просто попасть в тайгу. До сих пор остается загадкой, как нарушители перешли полноводную горную реку Ус по хрупкому льду, где можно провалиться даже в 35-градусный мороз. Зима нынче была очень сложная. Снега долго не было. И Ус, как видите, его наморозило так, такими торосами. Получился просто такой слоеный пирог. Каша изо льда, воды и просто этих воздушных подушек. Можно было провалиться. Браконьеров взяли с поличным прямо на территории парка. Ими оказались жители села Верхнеусинская. В рюкзаках обнаружили разделанные туши краснокнижной кабарги и зайцев. Здесь начинается южная часть заповедной территории, где преимущественно степи и смешанный лес. В этом охраняемом уголке парка ведутся все научные работы. Весной поля около кордона засеиваются овсом и травами, куда приходят за лакомством кабаны и косули. По мнению хранителей флоры и фауны парка, постоянный контроль на этой территории просто необходим. Петельный промысел – один из самых жестоких способов добычи животных. В такие ловушки в основном попадают медведи, норка, рысь или кабарга, самцов которой отлавливают ради мускусной железы, очень популярной в восточной медицине. Стоит такая петля рублей 20, а вот ущерб оценивают в сотни тысяч. Петлями, вот самоловами, обнаруженными на косулю, на кабаргу. Ну все, все, что можно поставить на след, вот этот вот самолов, он все вылавливает. По подсчетам экологов, сейчас в Ергаках обитает всего около 100 особей кабарги. Все материалы дела переданы в полицию для возбуждения уголовного дела. Нарушителям, возможно, придется компенсировать нанесенный ущерб, а это больше 400 тысяч рублей. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости. В Красноярске идет подготовка к этническому фестивалю «Мир Сибири», а в Енисейске к 400-летию готовят новую выставку. Это «Енисей новости», и сейчас к другим темам дня. Новый формат «Мира Сибири», 14 знаменитых этно- и джаз-исполнителей выступят в Красноярске. Организаторы рассказали о насыщенной концертной программе. Напомню, традиционный фестиваль впервые пройдет не только в Шушенском, но и в краевой столице с 3 по 5 марта. А значит, мероприятие смогут посетить многочисленные гости и участники предстоящей универсиады. Все 3 дня фестиваля будут организованы в выставочном центре Сибири, разделят их на 2 части. Во время дневной программы гости посетят город мастеров, обрядовую поляну и много других интересных локаций. А вот во время вечернего шоу на главной сцене будут выступать знаменитые музыкальные коллективы со всей России. Приедут и зарубежные артисты, например, композитор Лафрейский и певица Морган Джи.
Нашей задачей было показать гостям нашего города и тем красноярцам, которые по какой-то еще причине до сих пор не смогли за 15 лет доехать до Шушенского, показать вот такую небольшую презентацию, можно сказать, кавер-версию «Мира Сибири», познакомить их с этим действительно большим международным праздником, который проходит в нашем крае. На фестиваль зимой приглашены звезды World Music с уклонами на фолк, этнику, джаз, рок, электронику, drum and bass. И приглашаем мы всех в МВДЦ «Сибирь» с 3 по 5 марта. Вход на танцпол главной сцены будет по билетам 500 рублей. А на остальные же площадки вход будет бесплатный. Среди приглашенных гостей фестиваля известный московский коллектив «Маримба Плюс». Группа работает в стиле фьюжн и уже неоднократно выступала на «Мире Сибири». Основатель ансамбля Олег Слепнер пару недель назад уже прибыл в Красноярск и смог оценить площадку в выставочном комплексе «Сибирь», где им придется выступать. Для нас смена площадки – это просто еще одна возможность проявить себя и сделать ярким выступление именно в этих условиях технических. На фестиваль мы везем программу, которую мы будем делать специально более танцевальной. То есть мы будем делать наши композиции «Маримба Плюс», но в таком формате, в котором можно будет под них двигаться, можно будет под них танцевать. То есть это будет программа, которую мы нигде не показывали. А вот герой следующего сюжета репетирует не перед выступлением на «Мире Сибири». Он готовится к выставке. Старинный ткацкий станок, боевой казачий кистень, деревянные сундуки и знаменитая тульская гармошка. И это лишь часть уникальной коллекции енисейского мастера Виталия Исленьева. Новую выставку он планирует к 400-летию города, и реставрацией раритетов занимается самостоятельно. Андрей Давыдов заглянул в гости к мастеру и расскажет все подробности. Заниматься реставрацией старинных предметов енисейский коллекционер Виталий Исленьев любит под звуки патефона. Поэтому сначала ставит на проигрыватель виниловую пластинку с вальсом, а затем принимается за дело. Сегодня на рабочем столе металлическая пластина, часть оконной решетки часовни Даниила Ачинского. И вот сейчас буду реставрировать. Ну, не совсем до блеска, а чтобы след времени на ней оставался, который она несет на себе. Работа по восстановлению идет медленно. Пластина сильно подверглась коррозии. Чтобы счистить толстый слой ржавчины и не повредить металл, нужно потратить немало сил и времени. У меня прям такое ощущение, к чему-то прикасаясь, к такому очень важному. Закончить реставрацию мастер планирует к лету. В это же время Виталий собирается открыть новую выставку. Часть экспонатов можно увидеть уже сейчас. Это миниатюрная прялка с ножным приводом, ткацкий станок с отшлифованным от долгой работы челноком, старинный самовар и большой деревянный сундук, привезенный из одного таежного поселка. Чутьем уже понял, что он непростой. И не ошибся. И я его неделю вообще не отходил от него. Останавливал, шлифовал, там краску снимал. Очень трудоемкий процесс, но я его вот пока не сделал, не успокоился. Есть коллекции у Виталия и предметы из боевой амуниции енисейских первопроходцев. Это грозное оружие называется кистень. Именно с такими казаки и первопроходцы приходили покорять сибирские просторы. На выставке, которую мастер готовит к 400-летию города, он займет достойное место. Особое место в будущей экспозиции займут музыкальные инструменты. Их у мастера несколько десятков. Татарская гармонь, русские баяны, трофейные немецкие аккордеоны, тульские гармошки. И все это в рабочем состоянии. Так что в свободное от работы время енисейский коллекционер с удовольствием играет на них сам. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей, новости. К этой минуте это были все новости. Своей информацией делитесь по телефону 236-01-36. Комментарии оставляйте на сайте enisei.tv, а также в социальных сетях. Далее прогноз погоды на завтра. Удачи вам, отличного вечера. И помните, все новости на Enisei.